Сегодня я расскажу вам о системе мониторинга транспорта онлайн. Если вы владелец коммерческого транспорта, то вам наверняка будет интересно узнать, как наша система сможет облегчить вашу работу. Справа блок ссылок, ведущий на сайт, рассказывающий об особенностях сервиса. Здесь можно прочитать о принципе работы, о системе измерения расхода топлива, о разных картах, о том, как можно подключиться и о многом-многом другом. Но сейчас вернемся на страницу входа. Вводим логин, вводим пароль. Если вы еще не зарегистрированы в системе, то можете воспользоваться демонстрационным входом. Нажимаем кнопку «Войти». Интерфейс системы устроен очень просто. Слева мы видим список объектов, это могут быть автомобили, спецтехника, водный транспорт. Справа мы видим карту, на которой отображаются объекты в режиме реального времени. В правом верхнем углу инструмент для навигации по карте. Попробуем выбрать автомобиль Dodge Caravan. Кликнув по названию объекта, мы видим о нем актуальную информацию. Точное географическое местоположение, адрес, скорость движения, остаток топлива в баке. В верхней части экрана у нас появляется панель управления, на которой мы можем выбрать интересующий нас диапазон времени. Мы можем узнать, где в принципе был автомобиль в любой промежуток времени. Работал ли водитель или ездил к себе на дачу. Когда возникает необходимость узнать всю информацию об автомобиле, вы можете воспользоваться отчетами. Для формирования отчетов также доступен выбор любого интервала времени. Давайте посмотрим отчет о поездках и стоянках автомобиля за 31 августа. При выборе конкретной даты система раскрывает карту с детализацией маршрута. На карте четко виден весь путь автомобиля. При наведении указателя назначения движения и стоянки в таблице на карте подсвечивается выбранный участок трека. Это очень удобная функция контроля коммерческого транспорта, которая помогает определить, действительно ли водитель разгружался на точке и насколько оптимально был использован транспорт. Наш следующий отчет посвящен расходу топлива. Это очень важная информация для владельцев крупнотоннажных автомобилей и спецтехники. Важно знать не только, сколько топлива было слито из техники, но и где осуществлялась заправка. Потому что зачастую заправка некачественным топливом приводит к большим потерям, ремонту техники и срывам сроков работ. Отчет позволяет нам контролировать пробег и моточасы транспорта. При обнаружении слива топлива существует возможность посмотреть на карте конкретное место происшествия с указанием точного местоположения. Инструменты навигации по карте позволяют детально рассмотреть местность. Это особенно удобно, когда ваш грузовик заправляется в чистом поле с бензовоза, а не на автозаправочной станции. Еще один отчет системы посвящен нарушению скоростного режима. По манере езды водителя вы сразу сможете определить, какой сотрудник может доставить вам хлопоты. Ведь аккуратное вождение способствует безопасной перевозке грузов, уменьшает число контактов с сотрудниками ГИБДД, способствует меньшему износу автомобиля. Так же, как и в предыдущих отчетах, вы видите всю картину на карте, где указывается скорость превышения. Вы можете импортировать отчеты в PDF-файлы. Для этого необходимо нажать на значок PDF напротив отчета, сохранить файл и открыть его. В отчете будет представлена вся информация, которую вы видели в онлайне.